На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва-Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы. Готовность трассы подтвердило Северо-Западное управление Ростехнадзора. Скоростная трасса М-11 связывает МКАД с кольцевой автодорогой Петербурга. Новая дорога проходит параллельно с трассой М-10 «Россия». Общая протяженность магистрали составляет 669 километров. Она позволит добраться из Москвы в Петербург не более чем за 5,5 часов. Дорогу планируют полностью открыть в конце ноября. Кроме того, стало известно, что поездка в среднем обойдется в сумму от 1300 до 2000 рублей. Меньше станет пробок, потому что транспортный поток распределится между разными дорогами. Улучшится экология, потому что меньше машин будет идти через города. И, наконец, будет расти экономика, поскольку строительство дороги, как правило, только начало. Следом идет инфраструктура, следом идут предприятия.